Мужики, как говорится, нас... мы в жопе, да. Друзья, приношу свои извинения, правда, вот честно вам скажу. Доверился словам разработчиков, вот, прежде чем... В будущем будет для меня тоже уроком, прежде чем выпускать вот подобное видео, да, надо все это дело протестить уже хорошенько, вот, понимаете, увидел... Увидел, что написали, поверил написанному, но, как говорится, возможно, это вот это видео и реакция, соответственно, ваша реакция способствует тому, чтобы в ближайшее время ХС-ок поправили так, как надо. То есть, что мы видим сейчас? Вот у нас три удара на лавовом рыцаре. В откате у нас как раз ее ульта. И что мы видим? О, нет! О, нет! О, нет! Да, друзья, так что, сорян, вот это дополнение к прошлому видео. Да, мадамка все там четко работает, но ХС-ка на лаве пока что, я не знаю, может быть, обнову еще не активировали, как не полностью активировали. Разработчики, прошу обратить на вот это внимание, то, что вы анонсируете, что ХС использует А1 на лавовом рыцаре при активном его щите. Это не так, надеюсь, вот опять же, после... Вот этой обновы будет сейчас большой резонанс среди комьюнити. И это подтолкнет как раз таки на то, чтобы как можно быстрее разработчики исправили данную ситуацию. Всем сорян за ошибку, ребята. Еще раз. Да, вот буду в следующий раз проверять обязательно все и каждого героя досконально.